Добрый день, господа, с вами Павлтосик. Сегодня мы обсудим одну тему касаемо Архейджа, о его серверах, КПшках, гильдиях, фейфармах, оппозиции и так далее. Начнем с чего? Я вернулся опять в эту игру и обнаружил, что всего два живых сервера существуют на данный момент. Это был Корвус и ХЗ. Дела плохие. Все остальные сервера, на них сидят примерно 50 человек, фейфармят, и они не могут найти себе врага. И проблема не в том, что их никто не может отпиздить. Наоборот, люди видят, что 50 человек сидит фармит, летят в минимум 50 человек их пиздить. И, собственно, скорее всего побеждают, потому что люди на фейфарме слабее, чем люди с ПВП. Поэтому, как решается данная проблема? Вот сейчас мы выбрали, ну как, нас позвали на сервер, ну и описали ситуацию, что примерно 30-40 онлайна Востока фейфармит, не дает Западу жить, говорят, уже 6 месяцев без замков сидит Запад. Мы такие, ебать, ну это надо исправлять. По итогу, нас онлайн около 20 человек, там 18-20, против нас, вот на данный момент, на видосе 35 восточников. Конечно, они слабее нас, мы сыгранное КП с идеальнейшими людьми, у нас все бывшие гейлы, релы, лидеры мнений и так далее. Мы поехали в оппозицию в 20 человек против 40, условно, да? В данный момент против 35 деремся. И что? Успешно. То есть вполне возможно, даже в 2023 году, когда все рандомы одеты там в эпоху 12 раму или Библу, даже с эфенами, все равно остается вариант, что вы можете побеждать, если у вас сыгранный пак, если у вас хорошие тактики. Ну, у нас, правда, драйкер. Хорошие борды, хилы, ДД идеальные. Вы можете переворачивать файты 20 на 35. Вот я вам это показываю. Даже у вражеской нуи вы на это способны. То есть под фул конвейером. Потому что вы сыграннее, вы лучше. Так что не бойтесь. Я сейчас наблюдаю ситуацию, что на Корвусе сидит 500, сука, человек. 500 человек, Запад, Восток и там еще час пиратов, вы сидите в этом говне, глинамесите, ненавидите эту игру. Хотя вполне многие из вас могут разделиться на КПшки и полететь по серверам. Разделитесь там, возьмите 35 ростера, из которых будет онлайн 20-25, и вы можете уже лететь на любой сервак, кайфовать. Вы можете, вот, да, даже к нам, вот сейчас мы деремся с котами, не помню их название, которых 35, нас 20, вы можете собрать 30 человек, прилететь, устроить нормальный трексайт. Но, опять же, если вы долбоеб, вы прилетите сюда в 60 человек. Или если вы вообще конченый, то вы прилетите в 100 человек и угробите еще один сервер. Поэтому вот это нытье, что все серваки мертвые, это именно ваша вина. Людей, которые играют в статиках, где 200 человек ростера. Вы ебанаты. Этой игре не нужны такие гильдии уже, ну, с года 2018-го. Так что те, кто собирает гильдию больше, чем 50 ростеров в данный момент, те тотальные уебаны и руинят эту игру. Сейчас серверов более чем достаточно, чтобы собрать охуенный момент для фана. Вот как мы сейчас устроили. Так что не ссыте, кикайте нахуй половину швака из гильдии, оставляйте себе полтинничек с онлайном 25-30 и летите фантись, блядь. Главное при этом сильно врагов не пиздите и не нагнетайте, так сказать, чтобы они от вас не улетели. Пусть они тоже развиваются. Вот я думаю, вот сейчас мы отпиздили этих тигриных львов, там, 20 на 35. Я думаю, через два прайма они нас так нахуячат, блядь. Они соберутся, они укрепятся, они нас отпиздят. Ну, или ливнут сервака, или досумонят, не знаю. Что будет, то будет. Поэтому, видите, вы сами создаете себе фан в этой игре. Всегда так было. Так что, удачи вам всем на серваках. Продолжайте смотреть, как мы их пиздим. Искал золотого святого, чудо-грубый оскал, чудо-черное слово, чудо-грубый оскал, чудо-черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном и любовном, любовном обмане, любовном, любовном, любовном обмане, 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 ани, 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 ани. Эй, мой остров в океане, ани, 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 омывает тысячи рек, и никто не знает, что это такое. Что такое?
монстру человек. Суд свой правый верша, я свергаю кумира, за душой не гроша у вселенского мира. За душой не гроша у вселенского мира. Иисус свой правый верша, я свергаю кумира. Мой остров в океане, а не